будет мощная закуска с тигровых креветок. Очищаем креветочки. Значит, ребят, что мы делаем? Вот креветочки, если мы будем вот так жарить, они скрутятся, поэтому мы их придавливаем. Переворачивайте и придавили. В общем, замариновал соль, перец, чеснок, ароматное масло и приправа для гриля. Делаем кля, ребят. Два яйца. Воды. Миллилитров 100. Муки. Я все на глаз делаю. Немного крахмала. Столовая ложка. Все размешиваем. И добавляем еще муки. До загустения. Вот такая вот консистенция должна быть на кля. Далее наши сухари. Значит, берем наши креветочки, опускаем в кля. Далее сухари. Аккуратно это все прижимаем. Придаем форму. Вот такие вот креветочки получаем. Ну вот, ребят, запанировали и будем жарить сейчас. Наши креветочки с черной панировкой сейчас будем жарить. О, смотрите, просто идеально. Аккуратно все выкладываем. Подаем соусом чили и посыпаем кокосовой стружкой.